Мир вам, Дом Множества, дорогие друзья, дорогие все, кто нас смотрит, кто слушает. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа в это прекрасное время, предпраздничное такое настроение. И я желаю прочитать место Священного Писания, послание Галатам, 4 глава, с 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Я сердечно вас поздравляю с этим чудесным временем, когда мы празднуем воплощение Господа Иисуса Христа на этой земле, рождение Сына Божьего на этой земле для спасения всего человечества. Мало того, что мы получаем прощение наших грехов, мы еще получаем усыновление. Мы становимся детьми Божьими через нашего Господа Иисуса Христа. И это чудесная весть. Это весть, которую несется сегодня по всему миру, которую мы провозглашаем всем. Потому что это то, что Господь нам дал для того, чтобы нам избавиться от влияния греха, от нашей вечной погибели, от всего страшного и плохого. Мы вас всех поздравляем. Поздравляем с этим чудесным праздником воплощения Господа Иисуса Христа. И Он родился на этой земле для того, чтобы прожить здесь определенный промежуток времени, для того, чтобы умереть на Голгофском кресте и воскреснуть, чтобы мы имели обетование и уверенность в вечной жизни, чтобы имели право называться детьми Божьими. И я вас поздравляю с этим чудесным праздником и желаю, чтобы вы приняли Иисуса Христа в свое сердце, чтобы вы поверили в Него, обратились и стали детьми Божьими. И эта радость рожденного младенца наполнила ваши сердца. Я желаю вам всем обильных благословений, желаю счастья, радости, мира, божественного присутствия, покоя и счастья, самого такого не внешнего счастья, а внутреннего счастья. Взирать на Господа, и пусть Бог вас благословит. Пусть Бог благословит ваших родителей, благословит ваших жен, ваших мужей, ваших детей, внуков, благословит ваших родственников, братьев, сестер, знакомых, родных, чтобы через вас простиралось благословение на других людей. И я благословляю вас именем Господа Иисуса Христа. Будьте благословенны. Аминь.